Здравствуйте. Я буду рекомендовать вам несколько ударов кунг-фу. Первый удар. Хуракен. Удар в клеть рукой. Я его буду демонстрировать с помощью меча. Что это за меч? Это простая игрушка. Сделана в СССР. Холодная сварка. Отцентрованная сталь. Заметьте, какие движения я совершаю мечом. Это восьмерка. Так, удар в плеть. Так он наносится. Не получилось, извините. Вот этот удар. Давай, отлично. А, беги. Вот и движение. Я ногами нащупываю удар шпаг. Движение ног контролирует рук. Эти движения можно засечь путем 12. 41, 15, 6, 9, 14. Никогда не отвлекайтесь. Вас могут отвлечь ложными движениями. Рук, ног, головой, телом. Поэтому постоянно присутствуйте. И мало того, во время поединка надо разговаривать. Сэр, кто вас научил так махать? Зорг, сэр. Зорг. Предательство. Я ненавижу его. Да. Перед этим я вам нарисую букву Z. Ведь буква Z рисуется снизу вверх. Значит, вот, движение. Вы двигаетесь ножками нащупываете поединки партнеров. Движение рук контролирует ноги, волка, ноги, кости. То есть все ваши движения зависят от